Ребятки, всем привет! Всем доброе утро! Мы начинаем новый влог сегодня, как обычно. Только проснулись, там собираются в садик малыши. Аминка сегодня идет в садик, Амирчику сегодня сделали выходной. Сегодня у нас вторник. Амир у нас будет отдыхать вторник, среду, это 7-8 число. Аминке сделали мы 9 выходной. Будет Аминка отдыхать 8-9. Вот, сейчас Аминка в садик собирается. Все. Заправлю диванчик. У нас сейчас время без 5:08. И сегодня хотим с Кристиной сделать генеральную уборочку. Полы везде нормально, все нормально разобрать. А то у нас все как-то вот так вот. Все в перевернутом виде все лежит за эти, получается, у нас 3 дня. Суббота, воскресенье и понедельник. Да? Еще и вторая с сосиской. Амина, сказать всем привет. Ты куда собралась сегодня? Садик. Садик. Угу. А нет, дома. Ага, а ты в четверг дома? Как-то справедливо. Все справедливо, все по-честному. А Минчик точно в четверг в садик. Пойдет. Пойдет. Так... Я не хочу. Амир, так нечестно. Амина правильно говорит, все справедливо должно, все по-честному. Ладно, сейчас. Ну-ка, без капризов. Без капризов, Амир. Амир. Амир, вот смотри, тебе хочется сегодня в садик? А Амине в четверг будет... У Амины же тоже не охота, но Амина же идет. Я не хочу идти. Папа, почему ты в садик не хочешь? Потому что я хочу дома сидеть. Дома сидеть. Ты устала в садик ходить? Ага. И ты устала. Ну, ты в четверг дома будешь посидеть. Амирчик в садик. Да. Пап! Давид. Скажи, я тебе дам. Амина, шапочку, это шарфик. Я тебе дам. Он говорит тебе пока-пока. Я тебя. Пока-пока. Амина, надевай. И варежки. Надевай чат, находи свои. Да я поцелую. А что, пластыри уже нету? Да. Пошли. Пойдем. Еще, и все прошло. Смотри, смотри, обниматься. Дайте. Папа, целуй и говори папе пока. Поцелуй папу. Да, поцелуй папу. И он тоже одеваться будет, он сейчас шапку возьмет. Сосиску все кушаешь. Последний здесь. Что ты хочешь сказать? Последняя колбаска. Сосиска. Последняя сосиска. Угу. Купим еще сегодня. Мама. Села пить кофе с печенюшками. Амирчик тоже со мной ждет кашку свою. Будет кашку овсяную кушать, да? Доброе утро. Чем мы там будем заниматься? Мне потом посуду надо будет помыть. Там немного позавтракали. Кружки. Как твое настроение? Ты умывался хоть? А Кристина села с Амирчиком тут заниматься, вот которую Амиру вчера подарили в садике. Учись рисовать. Тут трафаретики и... Смотри, трафарет ложим. Теперь в краску макаем. Нравится. И теперь вот раскрашиваю машинку. Я держу. Так, подожди, краски побольше надо, наверное. Краски плохие. Ну-ка. Наверное, плохие. А новые. Новые. Побольше. Водичку не забывай макать. Также в наборе здесь входят карандаши. Потом карандаши их восковые. И фломастеры. И всякие интересные глазки для машинок. Да, не нравится, да. Мам. Нравится. Давай раз. Тебе-то самому-то нравится? Да? Давай, вот эту вот машину раскрашиваем дальше. Вот тут вот все беленько, надо раскрасить. Да, побольше, давай помогу. А «Дорожный патруль», что ли, мультик называется, да, по-моему? Нет, или «Молния Маквин». «Молния Маквин».
Здесь тут глазки будут, которые можно будет приделать, приклеить. Ты побольше, не бойся. Больше, больше, больше. Набирай краски. Пока они тут занимаются, я пойду полы помою. Да? Все, отходи. Все, отходи. Давай побольше тебе краску наберу, а ты раскрасишь. Держи, раскрашивай. Вон уже что получилось, Ламира. Это у него пожар. Ой, это полицейская машина. Давай помогу. Давай. Середины не бывает. В середине не бывает? Ну, бывает. Бывает? А что бывает? И красный. И красный. А красным что сделаешь? Колесик. Вот это. Поменьше, да, который кисточка? Краски, да? Угу. Грубые, да, какие-то? Вот здесь. Но они не красят. Не масло. Не масло. Да, сюда. Ух ты. Опа. Ой, ой, подожди. И еще давай другу. Не, красный. Тоже красным. Разноцветные, да? Стол. Ты уверен? Не то, да? Не то. Ладно, я тут в комнате убираю. Что ты нарисовал? Пока. А расскажи нам. Давай, расскажи-ка нам. Это что такое? Эй, не буду ничего заказывать. Почему? Ну, покажи тогда. Просто покажи. Каждый рисунок. Покажи. Вот сколько много рисуночков. Давай по порядку покажем их. Скажи, такой рисунок так. Есть. Дальше. Такой нет. Есть рисунок. Где хочешь показать? За тобой идти? Да. Я же толкую. Покажи мне, где это? Как ты будешь рассказывать? Покажи. Все. Амир уже не будет ничего рассказывать. Ладно, пойду дальше домывать пол. Пришли на горочку. Мы тут немножко вышли на полчасика погулять, да? Что, снег? Да. Слепил. На. Поднимается. Там Давид пытается подняться. На еще одну-то. Еще у тебя одну-то. На, Кристина, еще одну. Держи. А, чтобы побольше кататься-то им, да? Защищать. Uh-huh. Давай, карабкайся. Помогу сейчас подняться Давиду. Хочешь посидеть на горе? Высоко сижу, далеко гляжу. Да? Здесь нельзя ходить, пойдем вот здесь вот. Пойдем на горку. Пусть сами покопошатся. Покопошитесь. Снеговичок. Вот, надо, вот.
Давид, а ты куда пошел? Давай обратно. Иди к нам обратно. Один маленький. Смотри, там снеговик. Как новый снеговик. Как новый, да. Ех. Молодец. Один. Маленький нашел? Да. Маленький. Ого, большой. Папа, помоги. Давай. Чувствует ветер. Помедленнее, пожалуйста. Подожди, Давид. Чуть-чуть. Рисовала, не успела. Ага, похоже немножко. Почему желтое лицо? Балдежу. Да, не балдежу. Давай, давай, все. Нам дали задание. Забрала Минку из садика. Идем на танцы. Сегодня у них день в садике до 5. Вот. А идем сейчас на танцы. Да, я раздавала конфеты, Ксюша. Не конфеты, а мармелад. Угу. Держись. Вот, сейчас мы идем на танцы. Сегодня вам минус 5 до 7 танцы. 2 часа. Вот. Ой, аккуратней. Сейчас я тебя отвезу, потом через 2 часа за тобой приду. Да. Или мама, или я. Или папа заберет, поедет с работы. А! О, чё? Напугалась? Поехали. Хочу еще сейчас зайти. Почти подъезжаем. Зайдем еще в Пятерочку. Кристина сказала купить подарок Дарье. Тренер какой-нибудь такой. А зачем? Ну, завтра же 8 марта. Поздравить ее с 8 марта. Да. Вот шоколадку вкусную. Типа Милки сказала купить. Да? Все, зайдем, купим. Кристина денежку дала. Сейчас сдам Аминку, пойду домой. А мне все сегодня дома. А меня все-таки завтра вызвали на работу. Должен быть у меня выходной завтра. А так как замену не нашли никого на 8 марта, конечно, я понимаю тоже девчонок, кто хочет работать. Мне в свой рабочий день, а в свой выходной никто. И вот. Завтра я выхожу 8 марта. Да? Ну, потом, да, завтра все-таки я на работу, Амин. Ну, ладно, я тоже немножко расстроилась. Ну, что делать? Вот. Так что выйду, поработаю. А? Подготовка к школе. К школе? Да. И не только. Угу. Так, девочки, всех с наступающим праздником. Всем женского счастья. Поменьше всяких проблем. Да. Наш... Это не Новый год, а что? Почему? Ты думаешь, счастье только в Новый год желают? Счастье не только в Новый год желают. Счастье всегда людям желают. Независимо праздник. Да. Независимо праздник или нет, понимаешь? Да. Добра нужно желать всегда. А? Угу. Понял. Понял? А? Вот. Я поняла, понял. Понял? Ты что, нас не Русь? Да. Ладно, девочки,
Всех с наступающим 8 марта. Завтра я снимаю, мне получится еще поснимать. Потому что завтра буду я на работе. Да? Аминка. Даша домой пошли. Даша в 6 придут. Даша в 6 придет. Домой пошла с мамой. Поднимаемся, девочки, не торопись. Мина убежала, как всегда. И все мы на переодевалке переодеваемся. Я уже грела, пока шла. Угу. Что? Ничего. И что, знаешь, он там гамакатина сестра занимается. Гамака? Да. Моя мама с гамаком занимается. Занималась. Там она на этих мирёвках залетает. Залезает. Ой, девочки, забыла включиться. Уже Аминку забрала из танцев, уже пришли мы домой, уже поужинали. Я уже тут мою посуду, домываю почти. Вот. Решила включиться, показать вам, чем я занимаюсь вечером. Вот мою посуду, малыши тоже там уже ко сну готовятся. Ко сну, потому что завтра мне на работу рано вставать. Ну и детям тоже спать надо. Аминя уже раньше времени подарила подарок, который на 8 марта, она уже конфеты доедает сладкие. И давай костюм-то покажем, иди сюда. Вот она померила, сидит в нем. Иди, давай, иди сюда, покажу. Встань, продефилируй. Вон так костюмчик на мини смотрится. Как раз ей. И по длине, все боялись, что в поясе будет ей великоват. Нет, все везде хорошо подошло. Потому что у нас малышка, коротышка, да? Малышка-коротышка ты. Ты не коротышка? Вот, покружись, покажи, как это. Будет ходить в этом костюме на танцы. Как раз яркий, по ихному стилю. Ну, подожди, нормально, нормально. Встань. Почему дети так себя ведут? А вот скажи. У нас послушная девочка? Дисциплинированная? А ты знаешь, что такое дисциплина? Что такое дисциплина? Расскажи. Не знаю. Это гимнастика. По-моему, ты уже придуряешься. Ну скажи, что такое дисциплина? А как себя правильно вести надо в обществе? Ты знаешь? Амин, ты знаешь, как себя в обществе надо правильно вести? Знаю. Как? Не знаю. Что он тебе, смотри, принес тарелочку. Он все копошится. Что, Давидик, будешь кормить? Ты кушать приготовил? Нет? Что-то объясняет на своем. Все убрал? Дай мне попить, Давидик. Кружечки дай попить. Принесешь мне попить в кружечке? Да, пить хочу. Принесешь мне попить? Неси попить. Я попью, давай. Давай я попью. Спасибо. Держи обратно, спасибо, я попила. Возьми обратно. Тоже будешь пить? Вкусно? Давай я тоже попью. Держи обратно кружечку. Держи обратно. Ох ты. Ну все, девочки, всем пока. Да. Вот так у нас сегодня был маленький вложик, небольшой. Да? Самый обычный, да. Пока. Так, Давида, говори всем пока. Пока-пока, говори. Желток зеленый. Почему желток зеленый? Думаешь, это желток, может, это конфетка? Чупа-чупс. Или пончик, это пончик, а это серединка. Больше на пончик похож. Да, да. Вот этот пончик, а это пустая.
колечко. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Ну все, говорим всем пока. Где нашли? Ну-ка, покажи. Что, Давид, у тебя? Абра. Давида, ты ничего не перепутал, Давид? Давид, ты не перепутал свою кровать? Давид. Иди спи на свою кровать. Баба. Слышишь, Давид? Что? Баба. Что? А какое слово? Напишите в комментариях, какое слово. Давай. Последнее. Подожди. Я его знаю. Да. Мы посмотрим, правильно зрители написали или нет. Араб. Все, а мне сюда еще перенесли надо, все. Еще надо три. Еще три надо. Да, еще надо одно. Ну все, я тоже пошла умываться и уже ложимся еще спать. Еще надо одно слово. Давай. За это слово я получу деньги. А у тебя все правильно угаданное слово, смотри. А вот еще за одно слово. Я деньги получу. Так, сейчас я скажу, Давид, отстанет на нее. Получится 76. Три буквы там надо. Ну да, отстанет, я уже посмотрела-то. Бар, а, нет. Бар уже есть. Это из этих букв, которые... Сейчас. Бар, араб, раб. Ара, может, какое-нибудь слово. Ара есть такое? Попробуй ара. Нет. О, оно для волшебства нужно. Бар... Баржи есть. Баржи есть.